43 жителя региона сегодня получили государственные и краевые награды. Торжественная церемония прошла в Большом зале правительства. В числе награжденных председатель Краевого союза ветеранов Афганистана Сергей Завалихин, главный врач краевой скорой медицинской помощи Сергей Бомбизо и другие заслуженные врачи и работники сельского хозяйства, деятели культуры. Так, прима музыкального театра Виктория Гальцева получила благодарность президента Российской Федерации. Медалью за заслуги в труде награждены 15 жителей. Среди них слесари, водители, инженеры, машинисты, которые устраняли лесной пожар, тренеры и другие мастера, посвятившие жизнь любимому делу. А две жительницы Троицкого и Каменского районов награждены за ежедневный труд без выходных, что зачастую не виден. Наталья Вострикова в свои 38 лет – мама шестерых детей. Сегодня ей вручили медаль «Родительская слава». И вот в чем, по ее мнению, секрет воспитания достойных людей. Любовь, любовь, любовь. Если не любите детей, я не знаю.